Вы смотрите «Вести Татарстан». Наша телекомпания и Русфонд продолжают благотворительный проект помощи тяжелобольным детям. Спасибо тем, кто откликается, и тем, кто сделает это впервые. Сегодня история Полины Назиулиной. 4-летней девочке из Альметьевска необходимы лекарства. Собрать на них деньги можно, отправив смс со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. С малых лет эта маленькая девочка вынуждена находиться под постоянным наблюдением врачей. У Полины Назиулиной симптоматическая фокальная эпилепсия и ДЦП. Мама ребенка рада каждой маленькой победе. К 4 годам дочь самостоятельно ходит, а еще с увлечением играет, сидя за столом. Больше эмоций стало у ребенка. Лепета мало, но он есть. Как бы если развивать ребенка, лечить, я думаю, и разговорная речь пойдет. Мы сейчас над этим работаем. Предыдущий препарат не давал улучшения. Новые средства назначили и казанские, и московские специалисты. Родители за счет собственных средств начали покупать дорогостоящий препарат Кепру, который вызвал положительный эффект. В настоящее время ребенок в ремиссии, судорожного синдрома у него в настоящее время нет. Ребенок нуждается в дорогостоящем препарате Кепра в количестве 9 упаковок в год. Молодая мама, которая одна растит дочь, рассчитывает на вашу помощь. На препарат нужны 102 600 рублей. Этого хватит на 3 года. И помочь им можем мы с вами, отправив смс со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Как внести больший вклад, можно узнать на сайте нашей телекомпании и Русфонда. Наталья Бехтина, «Вести Татарстан».